Перед оглашением судебного акта суд присуждает Яшина его защитников, а также лиц, присутствующих в суде, приводит к выводу о виновности Яшина в совершении административного правонарушения, которое подтверждается следующими доказательствами и следственными следствиями. Яшина Илью Валерьевичу признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного в части 2 статьи 22 КОАП Российской Федерации, назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Административный ответ за совершение однородных правонарушений, в связи с чем считает необходимо назначить Яшину наказание в виде... Доступ к аппарату, пожалуйста. Доступ к оппозицию по всем фронтам. Разумеется, это ничего не приведет. Абсолютный день сурка. То есть впервые, насколько я понимаю, в истории, я таких прецедентов не знаю, российского правосудия, пятый подряд административный арест за якобы организацию несогласованных публичных массовых акций. То есть пятый подряд арест. Яшин теперь уже, очевидно, проведет в спецприемнике, ну, полтора месяца. Конкретные полицейские из УВД Тверской, Троицкой, там, Щербинка, еще где-то принимают решение. Самое главное, обидно то, что суды Российской Федерации, в частности, Тверской районный суд, категорически не хотят никак реально осуществлять контроль, судебный контроль за качеством работы правоохранительных, а я их скорее называю правонарушительными органов. Вот эти наши правонарушительные органы не могут нормально ни составить документы, ничего оформить, ни предъявить обвинение хотя бы в каком-нибудь совершенном правонарушении. В Твиттере был опубликован текст с призывом быть... За нами наблюдают, за оппозицией наблюдают правоохранительные органы, а мы должны наблюдать за представителями правоохранительных органов. Вот сегодня как раз тот пример, когда постановление было вынесено, с моей точки зрения, незаконным.